Хэй, Юги, с вами Шимики, и сегодня мы поиграем, так давайте немножечко настрою. Так, хорошо, здесь есть стабильные настроечки. Сегодня мы поиграем в игру, которая называется Clicker Warrior. Воин Кликер. Сразу смотрим, тут есть разрешение, почему такое разрешение? Странно. Так, русский... В принципе, все нормально. Имя пользователя. Вы видите, оно поддерживается на Apple Store, на Google Play, но это стимовская версия. Ну, допустим. Чё? Короче, либо пароль, либо этот нестандартный. Ладно, ждите, пока я все сделаю. А, я просто нажал зайти в игру дальше. Добро пожаловать, воин. Это характеристики на картинке. Так, есть мощность воина и стартовые... стартовый журнал. Нажми на кнопку для переключения между воином. Так, у нас есть... Ну, еще понятно, игра почему-то не на русском полностью. Пассивный навык. Так, у нас есть вообще какие классы? У нас есть рыцарь, ассасин, лучник, берсерк, ниндзя, маг. На Цемку похож из Доты. А, тоже Фрост. Самурай. Визард. Ну, короче, такое количество. Так, давайте смотреть статы. Основное, базы, базовая. Ускоряет скорость атаки. Давайте самураем. Подождите, а у нас там где-то ниндзя был. Короче, не знаю, давайте вот. За самурая, да и все. Так, вы можете нажать, нажмите или проведите пальцем по экрану над врагом, чтобы помочь своим воинам, чтобы победить врага. Даже в игре есть звук клика. Но я могу просто вот так водить. Когда синяя, значит у нас энергии нет. У нас есть вот энергия. Так, у нас есть у нашего ХП. Уровень. Энергия. Так, какие-то подарки, но они закрыты. Хорошо, это монетки. Почему первые враги такие тяжкие? Очень тяжкие. Эта кнопка минимизирует окно лута. Эта кнопка попытка один элемент в инвентарь. Посылает один элемент. Эта кнопка грабит все элементы, нажмите и заберите все их. Дважды щелкнуть элемент для оснащения элемента могут быть оснащены путем перетаскивания или двойным щелчком. Вы можете сортировать, понятно. Кнопка Auto-Bubble позволяет отправлять все похищенные предметы в инвентарь. Элементы могут быть отсортированы. Воин оборудован, так оно содержит базовую статистику. Закрыть окно инвентаря. Каждый воин имеет активный навык, который можно быть использован, чтобы передать нажмите.
Это умение скорость бега. Активация золота навыка позволяет отказываться от золота из монстров для каждой поврежденной мыши. Лечение навыка исцеляет воина в течение какого-то времени. Подарок. Сегодня мы получили это. Награды, окей. Сохранение. Короче, полностью туториал весь. Почему я за счет кликов не могу ничего делать? Типа меня ограничивает. Это плохо. Это очень плохо, на самом деле. Так, 5 уровень. Это, короче, мы своего персонажа так одеть надо. Это донаты, ежедневные награды. Ну, тихо. Но он говорит, у меня нету энергии. Очень медленный прогресс для нашего героя. Очень медленный. Так, подожди, а тут есть описательная часть предметов? Выносливость. Ну что-то да пишет. Ну а такого описания предмета нету. Слишком много хп у врагов. Стоп, у меня золото активировалось? Нет. Так, ну на 10-м будет босс. На самом деле такой процесс. Фифти-фифти. Что она дает? Слишком долгая перезарядка. Как продать? Ну, тут, типа улучшить можно. Типа, на самом деле, здесь ничего такого нету, чем можно заниматься.
Ну фиг знает. Ну, у нас уроки хотя бы нормально есть, то радует. Я не знаю, как продавать это, хотя... Так, вы изготовлены новый клик. Ага. Ну, мне хотя бы тогда, чтобы урон был нормальным. Ну, типа, смысл я прокачиваю своего персонажа, если я урона вообще не ношу никакого. Да, забрать. Типа, если бы хотя бы кликать мог сам, тогда было нормально. А так? Крикель Ливер. Получил достижение. Крафтим сейчас себе оружие новое. Ага. Ну, выносливость меньше. Так, нужно скрафтить себе оружие. Броневой. Ну, не очень. Так, где там наша кузница? Так, кольцо. Выносливость. Неплохо. Так, нужен еще один предмет, мне нужно, чтобы скрафтить. Так, где? Хоть что-нибудь. Хоть что-нибудь. Типа золота очень мало дают. Единственное, что я могу тут прокачивать, это основные характеристики. Дайте шмотку. Мне нужна шмотка для того, чтобы... Чтобы...
не понимаю вообще, что она дает. Продолжительность 5 секунд. Рефреши дамаг. Написано. Носит ущерб, атака в секунду. Хоть бы помощников дали, не знаю. Хоть награду мог получить, и то радует. Так, нам дают уже ресурсы, значит скоро будем что-то крафтить еще. Либо это как раз для крафта. О, нифига себе. Летучие мышки есть. Ребят, у меня уже 39 уровень. А такие характеристики я еще вот даже не прокачивал. Как-то вещи мне больше не падают. Так, еще два предмета надо. Что я делаю хотя бы? Я не могу понять, что оно рефрешит. О, бликает. Блым-блым-блымк. Окно возрождения. Воин увеличивает все базовые характеристики или воина воина, возрождает все элементы, кроме элементов из стартовых слота. Будут сняты. Короче, мне предлагают возродиться, да, просто. Давайте возродимся. Так, жертвоприношение мне надо сделать. Так, Рейвер разбрасывает всю статистику элементы, но ваши воины становятся сильнее. А, то есть это только платно можно сделать. У нас есть, типа... Я не понимаю, а смысл, типа, так я 8 плачу, так я плачу 7. И так 7. Так 8. Ладно, плевать.
А, вот это и есть, типа, увеличение силы. Что имеется базовая база? А, вот оно что. Таланты есть. Скорость атаки. А где мои очки, можно увидеть? Походу никак. Так, ну уровень сбросился. Шмотки, то есть я отдал шлем, чтобы уменьшить стоимость появления. Но как-то не очень сильно увеличился мой персонаж. Ну, честно, ну такое. Ладно, давайте заканчивать, я думаю. Давайте, как обычно, мы начнем с плюсов. Разнообразные у нас есть шкала настроек. То есть музыка, звуки можно настроить, разрешение, языки. До хера много, но, как вы видели, перевод не стабильный. Короче, нормальные настройки. Это первый плюс. Это первый плюс. Ну, можно даже сказать, что это последний плюс. То, что, в принципе, здесь больше ничего нету. Поэтому я могу только поставить один плюс к игре, это за настройки. Погнали минусы. В игре нечего делать. То есть игра играется сама по себе. От вас ничего не зависит. Вы можете только вот так поделать, пока у вас энергия не кончится, и все. Это первый минус. Второй минус. Ну, допустим, я прокачиваюсь, да, но я не могу прокачиваться дальше. То есть за счет уровня мне ни очки, ничего не дается. Для прокачки. Блин, я даже не знаю. Ну, типа, первый минус в игре нечего чем заняться. Второй минус, что... Даже, да, это будет отдельный минус. Так как это кликер, но мы тут вообще не кликаем ничего. Тут от нас почти ничего не зависит. Поэтому это второй минус. Не знаю, это бета игра, не бета. Ну, на самом деле, ну, такое. Поэтому один плюс, два минуса, ребят. Больше ничего не могу сказать. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.